Благоустройство полным ходом идет и на улице Ленина. Новая разметка появилась на пешеходных переходах в районе Протапова, Крепостной и Кирова. На улице Шевченко красят бордюры. Заканчивается работа по замене секции ограждения на набережной. Напомню, обновят почти полкилометра конструкции. Также в ближайшие дни предстоит закончить работы по укладке тротуарной плитки на улице Горького.